Всем привет! С вами Евшина Ольга, интернет-проект ProofLife, компания Faberlic. Сегодня я получила свой очередной заказ, он небольшой, но хочу показать, что же в нем было. Получила я вот такую новиночку. Это кушон. Он идет вот в такой коробочке. Серия ICU. Новиночка последняя компании Faberlic. Этот кушон идет с гиалуроновой кислотой, придает коже очень ровный тон, мягкое-мягкое сияние и очень хорошо выравнивает вашу кожу. Оформлена, конечно, очень красиво. Такая коробочка. Сначала она открывается вот так. Там зеркало. Тут спонжик. Так. Дальше спонжик мы открываем на бок. И, собственно, вот тут кушон находится. Такая пленочка. И вот такой оттенок. Не пугайтесь, что он такого темного цвета. Он подстраивается под любой тон кожи. То есть этот оттенок идет в каталоге один. И написано, что он универсальный. Буду тестировать, потом поделюсь. Ну вот давайте посмотрим. Очень влажненький. Смотрите. Мягкий-мягкий. Так хорошо распределяется. Не знаю, камера передает, нет. Сильного сияния вообще не вижу. И тон не изменился. Очень влажный. Я думаю, конечно, что и кожа будет хорошо увлажнена. Так вот закрывается. Дальше емкость для спонжика. И закрываем зеркальце. Такой шикарный кушон серии ICU. У нас уже кто брал из консультантов, очень рекомендует. Всем понравилось. Взяла себе сыворотку серии Platinum активатор молодости. Как всегда, в этой серии мне очень нравится, что она идет с дозатором. То есть нажимаем, и отсюда появляется крем или сыворотка. Очень хорошая серия, беру уже не первый раз. Пришел новый каталог номер 16 с шикарными платьями. Много детской одежды, взрослой одежды. И что еще хочу показать, что данный кушон из серии ICO был 999 рублей. Вот смотрите, моя цена. Красный кружочек со стрелочкой 390 рублей. Моя скидка 609 рублей. Всех приглашаем в нашу компанию получать такие приятные скидки, покупать качественную продукцию. Ссылочку на регистрацию я оставлю под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Регистрируйтесь в мою команду. Всем буду очень рада. До новых встреч и до новых обзоров покупок.